сегодня прилетели в Индию. Ореша пошел искупаться. Время уже, наверное, 5 час. Сейчас уже закат солнца будет. Я не помню, по-моему, не Ореша. Это какой-то другой. Нет, это не Ореша, это другой. Фу, блин, тормоз. Орешу я не увижу. Ой, мои собаки ушли. Мои собаки ушли. Я сидела с собаками. С такими хорошими собаками. Да, вот одна. Ну, вторая. Наверное, в лохе чешется. Ой, какой тут песок. Песок тут супер. Такое ощущение, как в крахмал. Не мука, а крахмал. Аж хрустит. Не знаю, слышно, не слышно. Хруст такой. И песок, в принципе, почти белый. Так, я не пойму, где мой Ореша? Не видно, мужик какой-то идет. Море ушло. Отлив. Тут, по-моему, по вечерам отлив. А так ближе получается вода. Кафе. В кафе берешь, если даже бутылку пива, которая стоит 100 рупий, то есть 100 рублей. Ну, правда, 0,65. Жезлонки и все на свете. Зонтики. Все тебе предоставляется на целый день бесплатно. Так, где Ореша? Не утонул он там. Не вижу.